Пожилая Саровченко стала очередной жертвой мошенников. Женщине 1958 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка России. Он сказал, что в системе банков произошла утечка информации, и ее персональные данные стали известны третьим лицам. Чтобы предотвратить несанкционированные действия, он посоветовал пенсионерке перевести все деньги на безопасный счет. Саровченко поверила звонившему и перевела на продиктованный счет 540 тысяч рублей. Больше мужчина на связь не выходил. Старая избитая схема аферы со звонками из банков, полиции и других учреждений до сих пор приносит мошенникам баснословную прибыль. Находясь в таком состоянии того, что у него могут плохие денежные средства, попав под влияние мошенников, их обман начинает выполнять их требования. Идет там, допустим, в банк, или если деньги лежат на счете, берет карточку, снимает и ложит тоже сам произвольно на эти денежные средства, переводит на счета мошенников. Это одно из таких основных видов мошенничества, когда гражданину позвонили и представились сотрудниками финансового учреждения. Изобретают аферисты новые схемы обмана. «Проголосуй за мою племянницу, пожалуйста». Сообщения от мошенников с такой просьбой сейчас массово рассылаются жителям России. Перейдя по ссылке и приняв участие в голосовании, вы можете потерять все свои личные данные учетных записей в интернете. После того, как вы откликнетесь на сообщение, ваши персональные данные попадают в руки злоумышленников. Затем мошенники используют данные вашей телефонной книги и рассылают от имени абонента, которого взломали, просьбу занять определенную сумму денег. Также там могут быть, что этот твой знакомый Сергей пишет смс-сообщение, дай долг 10 тысяч рублей, там дальше я верну. Никогда не надо вестись на эти сообщения. Надо, прежде всего, позвонить, если это друг, группу, там, если это родственник, родственнику. Уточнить, действительно, он попал в трудную финансовую ситуацию. Если он подтвердит, то в том случае только переведение средств. У нас тоже такие были заявления, обращения, когда граждане в оказании взяли помощи, переводили разные суммы денежных средств мошенников. Пожилой человек, ребенок, врач, учитель, инженер, домохозяйка. Сегодня в цепкие лапы аферистов попадают люди всех возрастов и разных социальных категорий. Большая ошибка в таком вопросе – самоуверенность. Позиция «я не поведусь, меня-то точно не обманут» скорее навредит, чем поможет, считают полицейские. Мошенники – отличные психологи, которые тонко чувствуют слабые места своей жертвы. А потому сохраняйте бдительность, и ваши сбережения будут в безопасности. Никогда не надо вступать в переговоры с людьми, которые звонят вам, представляют сотрудники правоохранительных органов, финансовых кризисных учреждений, и говорить, что якобы они идут вам на помощь. Всегда, если у вас возникли какие-то сомнения, необходимо прийти. Можно в полицию позвонить, можно прийти и уточнить данные вопросы. Если это банк, то дойти до офиса банка или какого-то отделения банка и уточнить, что такие моменты. Никогда никому не сообщать по телефону и никаким способом свои персональные данные, номера своих карт, номера счетов и все, что с этим связано. Число обманутых саровчан с каждым годом растет. В прошлом году за 9 месяцев зафиксировали 75 случаев. В этом году цифра выросла почти вдвое – 143 случая. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.